Анонс и дата выхода второго сезона сериала «Дед Морозов». Премьера новой части сериала состоится 23 февраля на канале НТВ. Летом 44 года к Морозову, который после возвращения с фронта руководит научным институтом в Ярославской области, приезжают люди из Минобороны и препровождают в Москву. Там просят помочь в секретном деле государственной важности. По данным разведки, часть оборудования по разработке и производству баллистических ракет Фау-1 и Фау-2 фашисты успели вывести в польские леса и продолжают испытания оружия возмездия, которое в случае успеха может изменить ход войны. Морозова просят помочь скоординировать действия разведгруппы, чтобы точно оценить, есть ли там полигон и насколько опасны результаты работы фашистов. Конечно, 89-летнего ученого никто не намеревается отправить в тыл врага, но сам Морозов придерживается другого мнения. Хитростью и авторитетом Морозов оказывается вместе с разведчиками в польском партизанском отряде. Поначалу поиски полигона не приводят к результату, но Морозов ведет свою игру. Ведь на полигоне служит бывший ученик Морозова Шершеневский, сбежавший в Германию еще до войны. Морозов встречается с ним и пытается склонить к сотрудничеству. Шершеневский колеблется. Он разочаровался в нацистской Германии и видит, что немцы проигрывают войну. Но возврат в СССР для него невозможен. Морозов обещает устроить Шершеневскому переброску в западные страны. Разведчики передают координаты в Москву. Полигон будет уничтожен. Премьера второй части сериала состоится 23 февраля. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.